Сегодня кондиционеры – это уже не предмет роскоши, а необходимое для комфортной жизни устройство. Практически любой кондиционер охлаждает или подогревает воздух, а современные сплит-системы имеют и ряд других важных функций. Современные системы кондиционирования обладают дополнительными функциями, такими как качественная очистка воздуха, ионизация, увлажнение, подача небольшого количества воздуха свежего в помещение. Также встречаются модели все чаще с встроенным Wi-Fi управлением. Они могут стать частью системы «Умный дом» и управляться из любой точки земного шара. Компания «Абсолют Климат» занимается установкой кондиционеров как в квартирах или частных домах, так и в офисах. Особое внимание при покупке кондиционера надо уделить выбору подходящего по мощности устройства. Это позволит не только создать комфортную по температуре обстановку, но и избавит от необходимости часто ремонтировать сплит-систему. Ну, в общем-то, пользователю совсем не обязательно изучать тонкости грамотного подбора кондиционера. Для этого достаточно позвонить или прийти к нам в компанию «Абсолют Климат», и грамотный специалист сможет подобрать индивидуально под ваши условия помещения нужный кондиционер. Важно помнить, что кондиционер, как и любая техника, требует ухода. Это современная замена фильтров и чистка устройства специалистами. Также для создания комфортной обстановки стоит периодически проветривать помещение. Кондиционер не сделает за вас эту работу. Кондиционер гоняет воздух внутри помещения. Это один и тот же воздух, просто он постепенно охлаждается. Обязательно раз, допустим, в час нужно открывать и проветривать помещение. Можно создать небольшой сквозняк, открыв окно, либо использовать специальные устройства компактной вентиляции. Специалисты «Абсолют Климат» дадут своим клиентам подробную консультацию по подбору и эксплуатации кондиционеров. Сейчас компания находится в здании КБО на Курчатова, но в ближайшее время переедет в новый офис на Зернова 34, где будет предусмотрен выставочный сектор для презентации климатической техники. Телефон для справок 3-13-20. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».